Поезд с радиоактивными отходами в Германии приближается к финальному пункту назначения. Несмотря на протесты зеленых, состав «Кастер» продолжает свой путь. Накануне из-за массовой демонстрации полицейским пришлось приостановить движение 600-метрового состава, охраняемого спецконвоем. Десятки тысяч активистов-экологов устраивают митинги на каждом отрезке пути, блокируют дорогу, приковав себя к рельсам, а некоторые даже пытаются запрыгнуть в вагоны. Стражи порядка применили против манифестантов дубинки, перцовые баллоны, баллончики, слезоточивый газ и водометы. 154 тонны немецкого ядерного топлива в 11 стальных контейнерах везут из Франции, где они были переработаны на предприятии «Ля-Ак». В Данненберге они будут перегружены в трейлеры для переправки в подземные хранилища в Нижней Саксонии. По словам экспертов, этот груз считается одним из самых крупных и опасных за всю историю захоронений.